Выходные не повод сидеть дома, и чтобы потратить время с пользой, можно совершить вояж по спектаклям, концертам и выставкам города. Начать активный отдых можно с открытого областного чемпионата по робототехнике на Кубок школы информатики «Вектор++», который пройдет в технопарке «Саров» 20 числа. Начало соревнований в 11:30. Это должно быть интересно. Не пропустите! Отлично, отдохнуть можно в парке культуры и отдыха имени Зернова. Работают все аттракционы и павильоны. Провести время всей семьей на лавочке, в тихом сквере или шумной компании, катаясь на любимых каруселях, можно и в субботу, и в воскресенье с 11 утра и до 8 вечера. Если вы хотите попробовать свои силы в салонных играх, вам дорога в молодежный центр. Каждую субботу здесь собираются те, для кого красный и черный – это не просто цвета. Все как во всеми любимой игре детства, только более систематизировано и серьезно. Почувствовать себя настоящим шерифом или мафиози можно 19 мая, начало в 8 вечера. Приятно провести время можно и в кинотеатре. На этой неделе две новинки, которые стоят вашего внимания. Первая картина предназначена исключительно для детей. «Пчелка Майя и Кубок Меда» – настоящий подарок для самых маленьких. С приключениями, музыкой, забавными героями и моралью о главном. О том, что плохо работать в одиночку, компании веселее, быстрее и эффективней. Проект получился очень ярким, снятым в лучших традициях семейной и европейской анимации с обязательными, уже хорошо отработанными элементами больших американских студийных мультфильмов. А вторая лента строго для тех, кто уже преодолел планку в 18 лет. На экраны вышел фильм «Дэдпул 2». Вторая часть такая же самая ирония и пародия на все комиксы, какой и была первая. Фильм нагло издевается над всеми традиционными сюжетными ходами и недостатками. Доводит до слез от смеха своим пошлым юмором и выдает отличную порцию экшена. Фильм не претендует на звание киноклассики. При просмотре просто наслаждайтесь драйвом фильма, легким юмором и тысячи отсылок ко всевозможной поп-культуре. В субботу, 19 мая, в Прайме пройдет первый чемпионат по боулингу на призы канала 16. За призы будут бороться 8 команд, а зрителей ждет небольшой, но приятный сюрприз. Не пропустите начало соревнований в 12 часов дня. Проводите выходные с пользой и хорошим настроением.